В минувшие выходные тольяттинцы отметили День химика. Напомним, большая химия – одна из ведущих отраслей экономики губернии. Именно эта сфера занимает второе место по объему годовой продукции. Среди флагманов химпрома – Тольятти Азот. Предприятие входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков региона. Тольятти Азот – одно из крупнейших предприятий химпрома России. Завод входит в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров. ТААС играет значительную роль в экономике Тольятти и всей Самарской области. По итогам 2020 года, казалось бы, пандемия, кризис, все как бы приостановились, не знают, что делать. Тольятти Азот достиг рекордных значений. Более 3 миллионов тонн аммиака и почти 900 тысяч тонн карбамида. Это результат, это показатель. Сегодня город Тольятти по праву можно назвать не только столицей автомобильной, но и столицей большой химии. Потому что автомобили у нас делают и в Елабуге, и на КамАЗе, везде много в Татарстане. А вот такой объем химии, как в Тольятти, она не делает нигде. Производственная площадка занимает 200 гектаров, на которой расположены 9 крупных химических агрегатов. Это единственный в мире химкомбинат, который способен производить 3 миллиона тонн аммиака ежегодно. Это любые успехи предприятия, это, в первую очередь, успехи людей, нашего трудового коллектива. Он у нас замечательный, я считаю, высококвалифицированный. И мы будем дальше продолжать развиваться в таком же направлении и уделять большое внимание, естественно, этому вопросу. Работаем, развиваемся, у нас амбициозные задачи, у нас стратегия до 2025 года, которая выводит нашу компанию в пятерку лидеров химической промышленности Российской Федерации. Поэтому в этом направлении работаем активно. Мы делаем все для того, чтобы как можно больше продуктов нашего производства попало на российский и внешний рынок. Выполняем плановые капитальные ремонты, ведем строительство третьего агрегата карбамида, проводим реконструкцию действующих агрегатов аммиака, устанавливаем новые системы управления, то есть очень активно занимаемся техническим перевооружением нашего завода. Профессиональный праздник в зале и на сцене Дворца культуры Тольятти Азот представители всех подразделений. В каждом из них есть люди, кого по праву можно назвать рабочей элитой предприятия. Новые технологии, экология, человеческий потенциал – все это приоритеты развития компании Тольятти Азот. Постоянное движение вперед помогает предприятию достичь серьезных высот. А мы воспринимаем предприятие как его коллектив, как достойных граждан нашего города. Кстати, всегда менеджмент завода, всегда администрация завода относилась к проблемам города и к проблемам жителя города в лице своего коллектива и их семей совершенно по-отечески, совершенно по-доброму, искренне заботясь об этих людях. Это главный социальный партнер, это команда, которая всегда помогает, всегда рядом и участвует в развитии не только нашего района, но и города в целом. Каждый сотрудник Тольятти Азот получает качественное медобслуживание и санаторно-курортное лечение. Социальный пакет предприятия – один из лучших в отрасли. Благодаря профилактической работе на ТУАЗе с 2007 года не выявлено ни одного профзаболевания. Люди на предприятии работают по нескольку десятков лет. Многие достигают профессиональных высот, за которые получают награды областного и федерального правительства. Тольятти Азот – это мой второй родной дом. Это все для меня. Коллеги мои тоже вторая семья. Ну, Тольятти Азот – это, конечно, вся моя жизнь. Это все, другого предприятия в моей карьере нет. Сюда пришла еще во время, фактически сразу после школы. Тольятти Азот очень люблю, люблю свои профессии. То есть другого просто даже не мыслю в своей жизни. Тольятти Азот активно реализует социальные и благотворительные проекты. В 2017 году был запущен лекторий химии слова. Около 6 миллионов рублей ТААС направил на поддержку проектов программы «Химия добра». Тольятти Азот входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков региона, а также обеспечивает работой более 4 тысяч горожан. Юрий Соколов, Владимир Никитин, новости Тольятти.